Привет! На Подарки.ру снова пасхальный конкурс. Участники нашего прошлогоднего конкурса уже знают, а вновь прибывшим рассказываем. Чтобы принять участие и выиграть призы, делайте то, что обычно вы делаете на Пасху, а именно окрашиваете яйца. Условия просты. Выкрасите яйца любым способом, который находите оригинальным, фотографируйте процесс и результат. Затем выкладывайте в наш альбом под названием «Подарки.ру. У кого яйца краше 2018» в соцсети ВКонтакте. А мы оцениваем ваши яйца и дарим призы тем, чьи яйца оказались краше других. Обладатель самых красивых пасхальных яиц получит шкатулку для украшений «Чамп» от магазина «Подарков.ру». За второе место дарим сразу два приза – по пледу от магазина ArtSkills. Обладателей приза за третье место будет три, и они получат устройство для мгновенного охлаждения десертов «Жареный лед» от магазина ТНД. На десерт у нас букеты из конфет от магазина «Сладкая жизнь». Их получат 5 участников с красивыми пасхальными яйцами. И это еще не все. Для тех, кто не хочет показывать нам свои яйца, мы приготовили конкурс репостов. Поделитесь на своей страничке ВКонтакте ссылкой на конкурсную статью. Напишите комментарий в посте про конкурс в нашей группе ВКонтакте, чтобы мы могли присвоить вам порядковый номер для розыгрыша. С помощью генератора случайных чисел мы определим, кому достанется столик для завтрака. Но и этого одному из спонсоров конкурса магазину ArtSkills показалось мало, и поэтому они поощрят дополнительным подарком всех участников конкурса. В день объявления результатов мы предоставим участникам конкурса специальный код, который автоматически добавляет подарок в корзину при заказе в магазине ArtSkills.ru. Все участники конкурса должны быть подписчиками на нашей страничке в группе ВКонтакте. Участвуйте в нашем конкурсе и выигрывайте призы! Идеи для окрашивания яиц могут быть заимствованы из любых открытых источников, в том числе с нашего сайта. А вот фотоматериалы должны принадлежать участникам конкурса. Полные правила конкурса читайте на сайте Подарки.ру.